Всем привет, с вами Илья. В апреле прошлого года я снимал обзор на механическую головоломку по типу кубика Рубика 2 на 2. И в том видео я сказал, что в дальнейшем, в будущем, я запишу видео с обзором всей моей коллекции головоломок механических по типу кубика Рубика. Долгое время я не выпускал видео вообще, в принципе, на эту тему. Я специально не снимал так долго коллекцию, потому что я ждал, когда ко мне придет трешка. Вот я сделал в ноябре обзор на трешку, но я снова отложил обзор коллекции. И, в общем-то, сейчас уже март 2022 года. Прошло уже, получается, 11 месяцев с того видео, в котором я обещал показать коллекцию. Я заметил, что эта тема неинтересна на моем канале, потому что все-таки я снимаю Лего, на Лего тематику, обзоры, и тогда я выпустил видео с тематикой головоломок, и как бы это не зашло. Да, я понимаю это, но я обещал сделать обзор коллекции, я его сделаю. У меня достаточно много этих головоломок разных видов. Ну, можно это назвать коллекцией. Первое, я хотел бы показать то, с чего я начинал вообще, так сказать, знакомство с этими головоломками. Это такая вот трешка. Вы видите, что тут наклеек нет. Да, она старенькая. Она плохо вращается. Плохого качества вообще, в принципе, кубик. Тут вот эта сторона, грань даже может откинуться, и он вообще может развалиться, крутится. Ну, как бы вот. Я его оставил, чтобы, ну, просто для коллекции, чтобы он был. Такой вот кубик. Тут даже два оранжевых. По сути, здесь должен быть желтый напротив белого, но вот так вот. Сюда вот поставлю на фоне. Следующая головоломка, это уже трешка нормальная, скоростная, в цветном пластике. Показывал я в ноябре 2021 года, обзор на нее делал от компании Chima Funk. Крутится, конечно же, гораздо лучше. Вот, как бы, сами понимаете. Это, можно сказать, моя первая скоростная нормальная трешка. Вместе с ней была такая вот подставка от CCC Store. Вот. Сюда тоже поставлю. Дальше головоломка, которая собирается так же, как 3 на 3 кубик. Это, по сути, модификация кубика 3 на 3, просто здесь три цвета. И здесь как бы переходит вот округлое так. Желтый, синий, красный. Собирается также, просто другие формы элементов, некоторые повторяются. Например, ребра. Называется Penrose Cube. Следующая головоломка называется Мельница. Ну, потому что на белой и желтой грани здесь как бы центр, крест, это в виде мельницы похоже. Это тоже модификация трешки, другая форма элементов и меняет свою форму. Вот, как бы. Такой вот узор можно сделать даже. Следующая головоломка Mirror Cube, или же зеркальный кубик. Золотые наклейки. Такой вот он красивенький. У него один цвет золотой, поэтому его собирать нужно по форме элементов. Он меняет форму, когда мы его вращаем. И всего за пару движений он уже превращается вот во что-то такое. Если его еще разобрать, то как бы будет казаться, что это суперсложно. На самом деле нет.
собирается так же, как обычная трешка. Его можно собирать закрытыми глазами. Я, кстати, так собирал уже несколько раз. Интересная головоломка, красивая. Следующий кубик это 3 на 3, но уже в маленьком варианте. Вот сравните. Вот обычный. И вот мини. Маленький. Прикольный кубик, я его взял ради коллекции. Он, конечно, вращается не супер быстро, но в принципе это и не нужно. Это же как бы просто прикольный маленький кубик. Вот. Следующая головоломка это уже кубик Рубика 2 на 2. На него я делал обзор в апреле прошлого года. В принципе, с ним связано первое видео с головоломками на моем канале. Скоростной. Как-то я давненько не крутил, поэтому вот как-то так. Хороший, быстро вращается. Следующая головоломка это 4 на 4 кубик. В нем больше элементов, его собирать дольше. У него тут разбираются центры. Вот. Видите? Дробление происходит элементов. В трешке же центры фиксированы. Следующая головоломка это Squire One. Ну или же просто Squire. Он уже не собирается как 3 на 3. Это, в принципе, совершенно другая головоломка по принципу сборки. Он может менять форму. Вот, как бы вы видите, да? Вообще на куб не похоже. Она вот так вот наискосок вращается. И вот верхний и нижний, вот, три слоя вращаются. Классная такая головоломка. Элементы в форме лепестков таких. Следующий кубик это Gear Cube. Шестеренчатый куб. Вот так вот он выглядит. На первый взгляд кажется, что это как обычная трешка. В принципе, он и вращается похоже как трешка, но если мы станем его крутить, то будет происходить нечто странное и страшное. Переворачиваются ребра. Видите? Ребра крутятся. Когда мы вращаем какую-либо из граней, то вращаются и ребра. К тому же, если в кубике вращается, ну, как бы вот один поворот грани, да? А здесь происходит двойной поворот грани. Вот раз, два. И только тогда можно как бы дальше крутить. Собирается не как трешка. Кстати, научился я его собирать сам. И последняя головоломка в моей коллекции это Mega Minx. Вот такой вот монстр. Цветной пластик поверх карбоновые наклейки. Такой вот он красивенький. У него 12 сторон, 12 цветов. В два раза больше, чем 3 на 3. Собирается, в принципе, он как и трешка, просто подольше. Ну и есть некоторые свои особенности. Вот. Такая вот коллекция кубиков у меня. 11 штук, 11 головоломок. Разные, прикольные, интересные. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!